В Воронежском государственном университете прошла церемония награждения конкурса ВГУ «Всегда в движении». Давайте узнаем, какие видеоролики сняли победители. Лучший информационный видеоролик Соколову Дмитрию Анатольевичу, студенту третьего курса. ВГУ – это современный университет, поэтому на его территории предусмотрены даже велопарковки. ВГУ – это площадка для старта карьеры в топовых фирмах и корпорациях, в том числе и зарубежных. ВГУ дает возможность студентам отдохнуть летом на море со своими друзьями. ВГУ имеет не только одну из крупнейших научных библиотек, но и современное учебное оборудование. Студенты ВГУ выигрывают и проявляют себя не только на региональных творческих конкурсах, но и на всероссийских фестивалях. Также ВУЗ дает возможность совершенствовать свою физическую подготовку во многих видах спорта. В стенах ВГУ проводится множество дополнительных профессиональных образовательных программ и курсов. Знания, полученные в ВГУ, актуальны и востребованы. Воронежский государственный университет сотрудничает с ведущими зарубежными университетами по всему миру. А еще в ВГУ есть факультет военного образования. Победитель в номинации «Лучший имиджевый видеоролик» Дмитрий Владимирович Золотарев. Учись быть внимательным, учись у лучших, учись быть по-настоящему интересным, учись ждать и надеяться, учись тому, что действительно важно, учись на своих ошибках, учись, несмотря на время и место, учись быть другом, учись быть человеком, учись быть тем, кем ты всегда мечтал быть. Казалось, что надо делать что-то глубокое, все-таки это, будет, если имиджевым роликом, лицом ВГУ, что ВГУ несет какие-то ценности более глубокие, чем, обычно, наверное, делают в рекламах вузов, и мне показалось, что это будет интересно. То есть хотелось бы, чтобы они поразмышляли над тем, что такое университет сегодня, и попробовали выразить свою точку зрения, свой взгляд на наш вуз. Мы приглашали к участию и выпускников, которые могли работать в самых различных сферах. Но на данный момент, видимо, пока еще нет традиции. В основном откликнулись студенты, магистры, бакалавры, аспиранты, и небольшая часть преподавателей. Конечно же, это творческий конкурс. И нам хотелось, чтобы ребята смогли дать идеи взрослым, как продвигать университет, как его пиарить. Вот. Из этой идеи все это выросло в такие очень серьезные вещи. И хорошо, что мы совсем недавно купили оборудование, замечательное. Мы покажем все возможности нашего зала. И акустику, и звук, и видеовоспроизведение. Конечно же, там будут очень интересные такие режиссерские находки, которые, наверное, мы позаимствуем с разрешения авторов для производства такого профессионального ролика о ВГУ.